Кажется, сегодня немного полетали, а? Немного не в счет. Вот я сегодня во сне летала. Так высоко-высоко всю землю видела. Земля голубая, даже синяя. И облака белые и розовые. А я какую-то другую планету видел. Тоже во сне. Огненную, даже рыжую. А потом цветок. Белый-белый. Огромный. А внутри у него пламя. И как будто оно меня коснулось. Смотри, какая коряга. На дельфина похоже. На дельфина? Не на дельфина, а на однозубого крокодила. Погоди, я к маме на минутку. Миша, возьми мои. Миш, тебе там не страшно? Нет. Там же мама. Ребята, перед вами белый чистый лист бумаги. Прежде чем вы дотронетесь и потревожите эту белизну, я хотела, чтобы мы с вами посмотрели, как прекрасен просто чистый белый лист. В это маленькое окно можно внести многое. Можно вот этого лебедя. Воду, вот даже чистое-чистое небо. Неплохой рисунок. Сидишь? Смотри, Чернушка. Смеялись над нами, а нам пятерку поставили. Пей, пей, Чернушка. Ведь тебе скоро мамой быть. Thank you.
молоко пить. Цветы мамины совсем не поливаешь. Вот не любят они тебя. Весной такие красивые были, а теперь одни горшки пылятся. Полью, бабушка. Обязательно полью. Ну, полей. Чернуш, Чернушка, ну-ка, Чернушка. Ну, что ты? Чернуш. Смотри, не лопни. Бабушка, глянь, Катька от жажды помирает. Вот, Катюшу угостим молочком тоже. Не очень-то я его люблю. Ну, пей, родная, пей. Не родись ты, и нашего Мишутки б не было. Мама-то его умерла, когда ему 2 денечка было. Слабенький родился. Твоя мама его взяла к себе, и тебя, и его своим молоком и выкормила. Знаю. А коли знаете, что вы молочные, брат с сестренкой, то молоко любить должны. Пей, пей. А где же эта Чернушка наша? Только что тут болтыхалась. Ой, может, она на улицу вышмыгнула? Мишенька, сбегай, погляди, пожалуйста. Ей не пастух, погуляет, сама вернется. Смотри, Миш, настоящее фазанье. Ух ты, мушкетерская, здорово. Хорошо? Угу. Ну-ка, поглядите, какой урожай наша Жулька принесла. Ой, щенята маленькие. Черныш и Ночка. Ой. Катюш, может, твоя мама одного возьмет, а? К чему ей? Ну, ладно. Мишенька, нам все к чему, правда? Ну-ка, открывайте шире рот, первенькие. На вина в рот. Здоровье в живот. Хоп. Медвежья сила. Зайцев поворот. Хоп. О, что там? Вот горе. Такая славная уточка была. Извините меня. Я вам заплачу за нее. Ах, не надо. Не плачь. Что теперь поделаешь? А он и не плачет. Что, он ненормальный, что ли, из-за какой-то утки плакать? Ну, так через полчаса они порченые будут. Ну, эти тетки в них еще живые. Бабушка, отдай! Возьми. Сказали. Но ты хоть знаешь, какая утки температура? Температура только у человека. Да нет, утка она тоже есть. И вот у утки 38 градусов. И высиживает она яйца ровно 28 суток, дни и ночи. Ты представляешь, сколько вот так придется дышать? И буду. 28 суток. Вот так буду дышать.
Ну, собственно, можно и не дышать. Сейчас попробуем. Если вот так. Дай-ка ее сюда. Дай градусник. Ага. Так. Ну, вот и все. Как ты хорошо сделал. А я и не догадался. Ну, ты у меня еще до многого не догадываешься. Например, как мне есть хочется. Неплохо бы. А и тебе хочется? А потом что-нибудь додумаем. А то кашу не ел. Какой работник? Пойдем. Придумала? Нет, а ты? Нет. Опять упала. Да не могу я в школу идти. Погибнут утята. Температура скачет. Мишка, а я придумала. Что? Давай сегодня ты меня по носу ударишь. У меня пойдет кровь, и меня не пустят в школу. Завтра я тебя, и ты дежурить будешь. Мужчины женщины бьют. Порядочные. Давай, бей меня. Не могу, Мишка, не могу. Так стукай. Не то в школу идти. Ну, бей же, ради утят. Ну, ты же сам просил. А крови-то нету. Нету. Может, расковырять чем, а? Ковыряй. Не отрезай ему нос. Майка, сестричка родненькая, посиди вот здесь. Посиди, пока мы из школы вернемся. Не могу, у меня кухли болеют, я их лечу. Как же они могут болеть? Они же игрушечные. А яйца живые. Какие же они живые, они скорлупы. Под скорлупой? Живет зародыш и превращается в маленького птенца. Они даже дышат. Все вокруг нас дышит. Деревья, цветы, коровы. Да, корова дышит, потому что у нее рот есть. А я рот у дерева, я рот у утенхиц. Покажи. Вот вылупится утеночек. Тогда и покажем. А подарите вы мне живого утеночка? Подарим? Подарим, конечно, подарим. Видишь, здесь черная дорожка. Вижу. Она ездить умеет, как паровозик. Паровозик? Его нужно на станции держать. Вот станция, видишь, красненькая такая. Если тепла в лампочке меньше станет, и паровозик вниз побежит, то лампочку надо вниз опустить. И следить за этим нужно. Днем и ночью. А то утята погибнут.
Ребята, бегите быстрее! Быстрее! Господи, ну промокли. Ой, спасибо. Заходите. Скорее. Скорее. Заходи. Ой, чудик. Гости мой. Да. Здесь тепло. Это был человек. Его голос звучал сокрушительно, как буря или ураган. Он колотил по стволам деревьев, заставляя громко стонать. Гремело, свистело со всех сторон, а Бэмби слышал, как бьется его сердце. Мать оставалась спокойной. «Бэмби, дитя мое, — говорила она, — об одном прошу, держись рядом, все время возле меня. Когда мы найдем лаз, тогда беги. Беги изо всех сил и помни, ты не должен обращать внимания на меня. Что бы ни случилось со мной, даже если я упаду, помни одно — бежать, бежать изо всех сил». Дорогу оленя перескочил приятель Заяц, прогремел гром, и Бэмби увидел, как Заяц на бегу перевернулся и остался лежать. А громовые удары рвали воздух клочья. «Пора, — сказала мать, — вперед! Не прижимайся ко мне, держись чуть поотдаль!» Одним прыжком достигла она лаза и выскочила из него наружу. Бэмби ринулся следом. Гром гремел над самой его головой. Казалось, раскалывается небо. Бэмби мчался вперед. Лишь одно неистовое желание владело им. Вырваться из этого грохота и чадного дурмана. Спастись. Спастись во что бы то ни стало. Он бежал. На какой-то миг Бэмби привиделось, будто мать упала. Но, возможно, это только показалось ему. Лишь с наступлением темноты все утихло. Поздно ночью Бэмби встретил маленькую Фалину. «Ты не видела мою маму?» – спросил Бэмби. «Нет», – испуганно ответила Фалина. «Я даже не знаю, где моя мама». Вдруг они увидели тетю Энну и кинулись к ней. «Мамочка!» – радостно крикнула Фалина. Тетя Энна заплакала. И тогда Бэмби спросил. «Тетя Энна, а ты не видела мою маму?» «Нет». Тихо ответила Энна. Бэмби никогда больше не видел своей мамы. Миша, что? А вдруг Майка из-за дождя тому утерет? Может. Побежали? Погоди. Сейчас. Пап, а? Нам с Катькой позарез домой нужно. А что случилось? У нас там Майка дежурит, за инкубатором следит. Дождь, она уйти может. А вы не сахарные? Нет, не растаем. Ну тогда по коням. По коням. До свидания! Что это? Майка, что с тобой? Что? Примся, дождик ведь шел. Молодец, ровно 38 градусов. Вся в меня. Thank you.
Что, сынок? Ты только посмотри. Они же совсем одинаковые. Галактика и живая клетка. Да, это все одно. Понимаешь? Все. Похоже, сынок. Ты знаешь, а я вот тоже сделал однажды такое же открытие. Будто бы и я, и весь мир, все это одно целое. И все мы одно. И с тех пор, когда я это вспоминаю, я становлюсь почему-то очень сильным. Пап, а люди умирают навсегда? Пап, расскажи мне еще о маме. А где наша гитара? У меня. Давай. Мама была самая красивая и самая добрая. На свете, даже во всем космосе, и за ее справедливость, и красоту ее все любили. Она была похожа на маленького олененка. С ней можно было подниматься на самые высокие горы и опускаться на дно ущелий. Она ничего не боялась. И когда олененок не боится, он сильнее могучего зубра. Пап, а тебе мама снится во сне? Да. И мне тоже.
спокойной ночи. Ой, смотри, Рыжик Мишка в гости пришел. А Сива сегодня серьезная. Заняты. Нет, это опасно. Слышите, Николай Иванович? Я запрещаю вам туда ездить до конца спасательных работ. Коля, давайте это сделаем позднее. И все-таки я считаю, что нужно... А я считаю, что здесь нужны рабочие руки. Зверь бежит сюда. Там достаточно пожарных. Вы поняли меня? Да, я понял. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Держитесь подальше от зубров. Держитесь подальше. Пойдем отсюда. Устал ты, Мишка? Устанешь тут. А ты знаешь, мне мама разрешила у тебя на вышке в воскресенье переночевать. Дежурить буду. А не проспишь? Так ты что? Кать, а душ-то всю ночь шел. Всю. А у тебя-то не замерзли? Нет. Ну ладно, мы их будем утеплять.
то, что мне не помогла. Кать, ну как там? Все в порядке было ночью? Да, в порядке. Спасибо. На море! Купаться! Миша! Мишка! Пошли на море, искупаемся. Ты что? Надо же твою сестренку сменить. Все равно у нас ничего не получится. Давай лучше на море ходить, спать по-человечески. Как хочешь. Я один справлюсь. Мишка, а может быть ты ненормальный? Над тобой же все смеются. Все! Не надо, перестань. Так, если ты сейчас же за мной не пойдешь, я к тебе больше никогда, никогда не приду. Не говори этого слова. Считаю до трех. Не считай. Уходи. Миша, иди-ка сюда. Миша, ну скорее. Видишь, удалось снять, как зарождается жизнь в яйце. Видишь, вот так и у тебя там в твоем лукошке происходит. Не отставайте. Опа. Легенда говорит, зло этой воды боится, а добро к ней стремится. Почему? Добрый человек умоется этой водой, сильнее станет, а злой в камень превратится. Мария Сергеевна, и вы в это верите? Верю. Я верю, потому что добро обязательно победит зло. А легенда – это душа народа, и в ней великая правда. Давайте умоемся этой водой. Давайте! Ванюшка? А ты? А я потом. Мария Сергеевна, расскажите нам эту легенду. Расскажите, расскажите! Обязательно расскажу. Только вначале мы с вами соберем хворост для костра. Ура! Тащи сюда, чудик. Что же ты, Катя? Я тебя просила сухую ветку, а ты вон живую обломила. Но это же ветка, а не дерево. Да, не дерево, но ему сейчас очень больно. Кому? Дереву. Мария
Сергеевна. Один мой знакомый мальчик утят высиживает вместо утки. Уроков не делает, пустым делом занимается, утячью жизнь спасает. Если он спасает кому-то жизнь, это не может быть пустым делом, Катя. Мы ушли из школы, ушли, оставили наш класс. Ведь это тоже можно назвать пустым делом. Мы не сидим за партой сейчас, а у костра. Но ведь это же жизнь, мы тоже учимся. Я бы могла вам прочесть эту легенду. Но лучше я расскажу своими словами. Это давно было. Но так же, как и теперь, по этим же скалам текла живая вода. Рядом в селении жила девушка. Ее звали Марией. Была она похожа, знаете, на кого? На маленького олененка. Олененка? Да. Каждый день приходила она сюда и умывалась этой водой. А вместе с ней появлялась радуга. Радуга эта была необычная. Когда девушка наклонялась над водой, она начинала звучать. И все вокруг начинало танцевать. Звери, птицы, даже цветы. Даже камни. Да, Катя, и камни. Во всяком случае, им бы этого очень хотелось. Но вот однажды пришел сюда злой человек, страшный человек. У него были большие глаза, сильные глаза. Посмотришь в них, оторваться трудно, а на душе страшно. Устроил он здесь огромную кузницу и стал ковать мечи. Одним своим прикосновением мечи губили людей. Но больше всего вреда приносила вода, потому что каждый раз раскаленную сталь он опускал в воду, и она, живая вода, становилась мертвой. А стекая вниз в селение, она губила абсолютно всех, зверей, детей. А как же Мария? Мария как могла помогала людям. Она находила живую росу, какие-то подземные источники, но больше воды не было. Она это понимала. Она понимала, что люди гибнут. И Мария однажды пришла к черному кузнецу. Увидел ее кузнец и сказал: «А я тебя ждал, Мария, давно ждал. Вместе с тобой мы будем самыми сильными в мире. Мы будем над миром». «Нет», — сказала Мария, — «не за этим я сюда пришла. Я должна принести к тебе всю боль людей, которых ты погубил». И она взглянула ему прямо в лицо. И столько огня было в ее взоре, что на мгновение перед ним стали лица людей, которых он погубил. И он испытал в своем сердце ту боль, которую он принес людям. Он просил, просил гору, просил камни принять его, потому что дальше жить он не мог. И вдруг под ним разверзлась бездна, задышала огнем гора и рухнул в раскаленную глубину и кузнец, и его черная кузня. А на утро, когда солнце взошло, люди увидели из камня изваяние, похожее на черного кузнеца. А Мария превратилась в чистую живую воду. А музыка? Музыка? Музыка. Ее, наверное, можно услышать. Слышите? Слышите? Вот она.
Это олень там кричит. Олень, сынок. Это что, пожар? Я проверю. Коськуна, ему опасно там быть. Коську держи. Нельзя нам. А вы знаете, ребята, что в наших лесах есть места, куда даже мы стараемся не заглядывать. Почему? Да потому что в этих укромных уголках, ну-ну, куда ты побежала? Появляются на свет маленькие оленята, косули, медвежата. И уж мы стараемся им не мешать. А вот эти олени, они выросли у нас. Вот видите, как они доверяют нашим рукам. Ну-ну, Дашка, ну что ты хочешь? Ну, а муфлоны прибежали к нам сами, спасаясь от огня. На этот случай у нас ворота всегда открыты. Привел их вожак. А вожак у муфлонов – мама, матка. Не этот с большими рогами. Но смотрите, как они беспокойны, напуганы огнем. Папа! Николай Иванович, что случилось? Вон в чем дело. Да. Ну-ка, осторожнее. Ножки. Ну, вот, мой хороший. Не ранен? Немного. Ну, погоди, не волнуйся. Вот. Ну-ну, не страшно, не страшно. Ребята, посмотрите, это настоящий, дикий еще косуленок. Достаньте, пожалуйста, у меня там в кармане есть йод и фитилек. Он ранен? Да нет, ничего. Галина Александровна, молочка, можно потеплее? Ну, что ну там? Вот, а мама его и братик остались в яме. Их деревом накрыло. Далеко отсюда? Здесь, около нас, но я один не мог их вытащить. Ага, ну я сейчас. Покормите, пожалуйста. Ой, маленький. Куда ты? Сам лезет. Галина Александровна, пожалуйста, косуленка в вольер к муфлонам, а мы сейчас вернемся. А ты знаешь дорогу? Да, тут недалеко, я проведу. Тогда побежали. А, вот и нам помощники пришли. Ну, Марья Сергеевна неугомонная, всех привела. Осторожнее, ребят. Вот косуля. Ребята, все вместе взялись и в сторону оттаскиваем. Помогите, вот так. Смотрите, выбраться хочет. Мы им поможем. Молодцы, ребята. А ну-ка, чудик, помогай нам, помогай. Раз, два, взяли. Тащи ее. Вот, немножко осталось. Вот она. Косуля. Красивые. Ну что, красавица, страшно было? А он остался. Не бойся. Иди ко мне. Вот так. Пойдем. Вот он, малыш. Как там ножки? Сейчас посмотрим. Вроде цел. Напуган. Смотрите, она не убегает. Она не может убежать, у нас ее детеныш. Мария Сергеевна. Что? Можно я сейчас пойду домой? Коротенькой дорожкой. А ты что, очень спешишь? Да, сегодня у меня утятки должны родиться. Утята? Утята. В инкубаторе. Молодец. Ну, беги. А завтра? Завтра я всех приглашаю. До свидания.
не появится никогда. Это я их погубила. Ты? Я заснула в ту ночь, помнишь, когда дежурила, когда дождь шел. Температура упала, и они замерзли. Нельзя мне доверять, Мишка. Ну что ты молчишь? Ударь меня! Ударь! Чего? Ты где стоишь? Это же машина! Ты не видишь, да? Чего молчишь? А ну марш отсюда! Что, нормальный, да? Я тебе говорю, это дорога. Что-то сказать не могу. Смотри, Майка все сидит. Ты чего тепло выключил? Так надо? Да, так надо. Ой, одну уже разбили. Это не я разбила. Смотрите, клювик, носик, живой. Мокренький совсем, маму ищет. Ой-ой-ой! Маленький.
палки просят братика пушистенького. Обойдутся. Им подрасти нужно. А я сейчас хочу. Вы мне обещали. Подожди. Лоб эти братишки. Вам подрасти нужно. А ты их поучи. Вот так. Ура, у нас утята! Утята! У нас утята! Что такое? Что случилось? У нас утята! Где утята? У мешка в корзинке! Не может быть! Побежали скорее, ребята! Ура! Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Так что тут у вас получилось? Ух ты, сколько. А это подарок для утят. А что это? Это простоквашка, им очень полезно. Спасибо. Привет, Мишка. Здравствуйте. 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 Вот какие. Именинникам. Это им подарок от Чудика. Как от Чудика? От Чудика. Ему было очень жарко, я его подстригла. И это им для тепла. Ну, ребятки, извините. Место, место. Вот сюда, бассейн. А кто за водой пойдет? А? Поводу, поводу, ребята. Ну? И у нас подарки. Давай мне. Вот какой. Никогда не думала, что из Мишиной затеи что-нибудь получится. А вот они, живые, вот. Первое плавание. Давай, давай, скорее. Молодцы. Скорее, скорее. Мокрые. Ну, уже наплавали. На первый раз достаточно. Скорее, Мишенька, сушиться. Чудик мамой стал. Нет, ну вы подумайте, какой добрый, умный пес. Обсохли уже. Смешные. А мне вот этот нравится. А как плавали? А где еще один? Да здесь. Все тут. Как все? Ведь одного же нет. Майка. Хочу найти здесь травинить от голода. Я его укутала. Не успел родиться и уже умер. Умер. Утенки тоже умирают, да? Не надо, не умирай. Я тебя отогрею. Прости меня, маленький.